Все началось около года назад, когда ученые, проведя достаточно рискованный эксперимент, выяснили, что в центре зоны пропало радиационное излучение. Информация быстро разошлась среди всех сталкеров, находящихся в зоне, и не все они в нее поверили. Только самые опытные и мудрые сталкеры предприняли отчаянное решение и выдвинулись к самому реактору. Одним из таких был я и мой напарник. Верный друг, опытный сталкер по прозвищу Старый. Вместе с ним мы прорывались к реактору и сумели проникнуть в него. Во время пути нам стало известно, что военные сошли с ума и атакуют все сталкерские базы и продвигаются к центру зоны. Вполне логично, что ведь ни одним же нам хотелось поживиться бесценным хабаром. Мы со Старым уже дня два не можем выбраться из части, так как выход завалило. И именно здесь произошло то, с чего я начну свою историю. Ворон! Ворон, брат! Ну же, Ворон, очнись! Ну неужели? Дела совсем плохи. Еды вовсе нет. Так мы быстро загнемся. Я серьезно ранен. Нет времени объяснять. Попробуй поискать что-то из медикаментов. Так, я видел аптечку где-то в шкафах наверху.
Что это? О нет! Ворон, ворон, брат! Выручай! Надо активировать аномалию. Возможно, тут есть что-то способное вернуть. Надо активировать аномалию. Возможно, тут есть что-то способное вернуть ее. Надо активировать аномалию. Возможно, тут есть что-то способное вернуть. Огонь мешает пройти. Где-то должен быть рычаг, который стоит подальше дальше.